Во Франции началось расследование обстоятельств столкновения электрички со школьным автобусом. Жертвами катастрофы стали 4 подростка, 16 получили ранения, 11 из них находится в критическом состоянии. Трагедия произошла в четверг на юге страны, на железнодорожном переезде у города Мияс, недалеко от Перпиньяна. В автобусе были школьники в возрасте от 13 до 17 лет. При столкновении автобус раскололся надвое. К месту аварии сразу же прибыл премьер-министр Франции Эдуард Филипп. La communication d'information précise. Передача точной информации родственникам затруднена в связи со сложностью идентификации погибших и некоторых раненых. Des personnes décédées et de certaines personnes blessées. Le processus d'identification начался, и он чрезвычайно сложен. Il est extrêmement difficile. Президент страны Эммануэль Макрон отреагировал в своем твиттере: «Все мои мысли с жертвами этой ужасной аварии и их семьями». Он пообещал, что государство окажет помощь пострадавшим. По предварительным данным, сигнализация на переезде работала исправно. Ранее аварии здесь не происходило. Водитель автобуса и машинист поезда остались живы. Их допрашивает полиция.